Как меня слышно? Ага. А, какая движуха! Нету слуха! Удали! А я бы спела. Так, вот девушки хотят дать интервью. Да. Ничего сложного нет. Скажите пару слов. Скажи пару слов. Всех с масленицей. Сейчас будем готовить. Да. У нас валенки. Все дела, вот. Провода. Ну, сам главное. А это с палаткой, да, там? Ну, с палаткой вчера поехали. Мы что-то не рискнули. А, ну холодно, конечно. Но это не интервью. Но... Идем. Все, идем. С Новым годом! С праздником! С праздником. Дадите интервью. Не надо. Все, да. Как тебя зовут? Алексей. Скажи пару слов для пиратского радио. Микрофон. Вау. Я сказал пару слов. Это одно слово. Нет, одно. Я сказал точно пару слов. Это больше, чем пару слов. Точно. Но это не из рекламы контакта, там три слова. Пять символов в баннере. С Новым годом! Я поздали! Слегка, но даже здесь твор. Тост! С Новым годом! С Новым годом! Тебе не хворать. Это был тост! Там как раз бурятская великая, да, против. А скажите пару слов. Да, это какой-нибудь, да? Пару слов. Да, пару слов, вот. Вот, пару слов. Ребят, с Новым годом вас. Нет? Без комментариев. Все комментарии впереди. Кирпич. Ребят, с Новым годом. А скажите пару слов. Лапку. Ну, Новый год, это серьезно. Нет, серьезно. Ну, вам о чем? Ну, а жизнь? Ну, о жизни, можно о жизни. У меня проблемы. Ну, жизнь налаживается. Проблемы, их надо решать, но чтобы их решить по-нормальному, надо либо напрячься, либо найти технику. А я его... С Новым годом! Иди, возьми. С Новым годом! Иди, возьми. Женя! Ты батл устроил, молодец, дай пять. Он, видишь, а кто зажал. Он проиграл. Вот. Там на снимаю. Я курица. Маша! Это я была. Спокойно, я не могу. Это собачья. Не бойся. Там охоту там включил.
если кто гулять водил. От такого романа. Вся роща переломана. Мне кажется, туда, иначе бы она там висела. Да, да. Пойдем. Стрелочка сюда. Не-не, пошли сюда. Пойдем сюда. Куда идем? Сюда? Да, пойдем. Пропадать так вместе. Пошли туда. Там вытерпано больше. Прощайте. Логики там вытерпано больше. Еще! Давайте вперед! Еще есть! Мы обосрались. Я обосрался. Все, прыгаем.
несколько слов. Я в ауте. Мы это в эпицентре событий. Мы идем сжигать масленицу. Вон она там. Ребят, как ваши ощущения? А вот посмотри сюда. А что такое? Это... С Новым годом! Дед Мороз, помоги мне! Слушай, она вообще никак не хочет вставать. Да, вообще, смотри. Вот, вообще, помоги, Жень. Не, я встаю. Да вот, вообще, Жень. Ну да? Вообще, Жень. Вот, садись. А, Женя, не стыдно тебе, а? Ну, хоть бы помог. Тебе же должно быть тепло. Мне тепло. А мне все. А, я знаю.